Влад, а хорошим пацанам здесь еще и мороженое раздают. Кто уже поел? Не посрединке, посрединке. Пивко, освежите. Хотите маленький бокал, чтобы он теплел? Не, ну серьезно, вы же если долго пьете, оно теплое. С наперстком вообще классно. 0,33. Раз, два, три. Как такого видели, сразу перестали жевать. Глотай, глотай. Лучше сфотографирую, когда Антон засовывает динозавра этого. Какого динозавра? Ну его съел. Все, я? Не, все, что ты не пьешь, не ешь? Ты что, ты меня игнорил? Никогда дуна снимаешь? А что ты? Да. Не надо экономить. У Саши с зарплаты ничего не... Еще вставок начал? Да. Кушай, кушай. Спасибо. Прокурор даже. Гадость, это ваша заливная. О, Серега не мелочился. Ну я попросил сразу помыть, это, чтобы бегать туда-сюда. Я поэтому говорю, ребят, чтобы вы не ходили, не отвлекали сотрудника, взяли себе полбутылочки. Ну ты и делаешь, что полбутылочки это как раз только отвлекать. Андрюх, можно я тоже просто выдам? Так у тебя же безалкогольно. Да. Мне бутылку дай. Принеси следующую, правильно? А ты безалкогольное не хочешь? Слышишь? Чё? Безалкогольное не хочешь? Сколько больших пив? Подайте сок, пожалуйста, томатный. А можно мне одно? Большое или маленькое? Маленькое. Маленькое. А безалкогольное? И безалкогольное. Да? Для пани. Ждите, он для слэчной. Опа, это так, так на всякий случай, для слэчной. Это что у меня еще? Фу, фабрика. Дайте. А у них черная. Она уже. Так, а ты не знаешь, что кто-то умер? Это мой стакан. Вино хотел.